Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот я тут пообещал, рады мои, некоторое время назад, что я зайду в торговую точку без намордника, рады мои, и куплю товар в любом количестве, рады мои. Так вы, рады мои, что? И мне, короче, тут мне подписчик написал, что ты, говорит, пожалей девушек, продавщиц, их штрафуют. Блин, начальство мое есть. Что-то знакомое тут. Ладно. Я его уверяю, что пострадать могу только я лично. Потому что, ну, сейчас вот я вот попробую на механике. Очень сложно, значит, рады мы на механике одной рукой держать телефона. Сейчас я на вторую врубил, на вторую тихонечко доеду. Так вот, рады мы, сейчас мы все и увидим, как я покупаю, у кого и в каком торговой точке. Дойдешь ты, нет. Блин, пешеход и переход стало, блин. Вот, поехали. Сейчас же я в торговой точке, родные. Тут у нас в деревне сегодня рейд. СМС-ка пришла по Вайберу. Там, говорит, после обеда будет рейд по нарушению масочного режима. Короче, люди все напуганы. А время сейчас 17 часов. Ну, уже минут 5, наверное, 6. Сейчас, родные, и посмотрим. Я камеру включать не буду. Я, конечно, понимаю, что люди скажут, ну, дед, потом, ну, сейчас вот посмотрят это видео, скажут, ну, дед, так каждый может. Конечно, может, рады мои, я же вам и говорю. А у меня канал так и есть, называется слоган такой, на моем канале все просто. Так может не только я, так может сделать каждый, рады мои. Каждый человек. Даже повторяю, там, как она, Росгвардия, там, не знаю, больные люди, зомбированные, продавщицы напуганные. Можете прийти, рады мои, и купить товар без намордника. Вот тут целая остановка автомобилей, рады мои. Приехали. Пошли купим товар. Камеру включать не буду. Там сильно говорить-то не буду, базарить. Конкретно приду, куплю и пойду. И вы поймете, почему так можно делать. Короче, рады мои, видео оборвал на самом интересном месте. А все почему, рады мои? А потому что я туда зашел, а там очередь человека 4. И все без намордника. Но товар-то я, конечно, купил. А что показывать-то, ну, как понимаете, все без намордника. Это видео называется «Покупаю без намордника, часть первая». Почему часть первая? Потому что я что решил? Ну, тут деревня, все свои. Короче, поеду я, рады мои, все равно как-нибудь поеду в районный город. Или в область, рады мои, в Иркутск. И там найду эти торговые точки, рады мои. И покажу, как надо, можно в этих торговых точках покупать товар без намордника. Все, лайки, дизлайки. До свидания, родные.